сорт томата луч. Это очень ранний томат по срокам созревания. И растение не высокорослое. Высота куста максимум достигает 70 сантиметров. Плоды вот так в форме сливки, насыщенно оранжевого цвета, гладкие, средней плотности и хорошей легкостью. Средний вес томата, ну вот возьмем, средний вес томата 81 грамм. Я люблю этот сорт за то, что он очень урожайный, не болеет, не растрескивается, лёжкий и очень вкусный. Содержание каротина в этом сорте в 5 раз больше, чем в красноплодных сортах томатов. Разрежем и посмотрим. Какая у него мякоть. Две камеры у этого плода. Сочные, мясистые, сладковатые на вкус, очень приятные. Этот сорт подходит для выращивания в открытом грунте, рекомендуют его выращивать. Но также можно выращивать его и в теплицах. Выращивать можно и рассадным, и безрассадным способом. Очень урожайный сорт.